Торговый центр «Океане». После 5 лет ремонта открылся наконец-то аквариум. Рыбки вон спешат куда-то. Тут еще дядьки плавают. Но они уже, походу, уплыли куда-то. Чистили аквариум. Лифт еще, судя по всему, не работает. Но говорят, что в будущем лифт починят. Красота, могу сказать. Можно прям тут взять столик себе на футборде и сидеть кушать, и там аквариум.